Здравствуйте, дорогие зрители канала Зирка Ювелирка. Меня зовут Ирина, и я рада вас приветствовать на нашем канале. Сегодня у меня на обзоре серебряные цепочки фантазийного плетения. Но прежде чем начать обзор ювелирных украшений, я хочу сделать маленький анонс. Мы будем участвовать на выставке в городе Одесса с 16 по 19 декабря. Поэтому всех одесситов и гостей этого славного города приглашаем на ювелирную выставку в Морпорт. Я думаю, что адрес вы найдете очень легко. Ну а мы начинаем наш обзор. Также, пожалуйста, дорогие, любимые, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите комментарии и колокольчик не забывайте. А мы приступаем. У нас очень много сегодня интересных цепочек. Это будут цепочки разные, формата разного. И цепь такая, как у Моргенштерна, и тоненькие классические цепочки. Выбирайте, смотрите. Лот номер один. Лоты все очень интересные. Лот номер один. Это цепь из серебра, покрытая рудием. Вот такого фантазийного плетения. Да, это якорь, но это фантазийный якорь. Лот номер один. Размер этой цепочки, длина ее 50 сантиметров, вес 26 грамм. Это очень увесистые цепи. Стоимость в рублях 9200, в гривнах 3400. Замечательная, приличная цепь. Унисекс, она подойдет как девушкам, так и молодым людям. Следующая цепочка, она в стиле Cartier. Тоже очень интересное плетение. Вот посмотрите, как оно выглядит. Может быть самостоятельно, может быть использоваться как цепь под какой-то крупный кулон. Лот номер два. Ее длина также 50 сантиметров, вес 13,08. Стоимость 4590 рублей или 1700 гривен. Вот такая замечательная цепь. Друзья, если вам понадобится дополнительный видеообзор, пожалуйста, обращайтесь к нам в Viber, WhatsApp. Моя помощница Анна или я, Ирина, с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Цепь очень интересного панцирного плетения, очень крупная, но единственное, что она не сильно длинная, 45 сантиметров. Лот номер 3, вес 23,66. Стоимость 6200 рублей или 2300 гривен. Симпатичная, кому нужна под шейку, очень интересная цепь. Следующий лот номер 4. Вот такой приплюснутый панцирь. Лот номер 4 также 45 сантиметров. Вес 14,27. Стоимость цепочки 1400 гривен или 3800 рублей. Хороший замочек карабин. Ну, у них у всех хорошие замочки. Дальше у нас вот такой фантазийный крупное звено. Цепь очень красивая, очень интересная. У нас клиенты ее сильно любят, сильно полюбили. Вот эту модельку очень любят. И на выставке, кстати, она будет. Приходите, кто может посетить выставку, посмотреть ее вживую. Лот номер 5. Длина ее 55 сантиметров, вес 41,34. Ну, такие крупные цепи, они весить мало, конечно, не могут. Стоимость 5380 гривен или 14500 рублей. Очень достойная цепочка. Следующие у нас нежные, красивые трехцветные цепи. Здесь желтая, красная, позолота и серебро, покрытое рудием. Я бы сказала, что это цепь-колье, что ее можно носить как самостоятельное колье, ну а можно использовать как цепь под подвес. Она такая полужесткая, то есть в принципе у нее хорошая пружинность, но она немножко такой имеет эффект полужесткости. Длина 45 сантиметров, вес 8,84. Это лот номер 6. Стоимость 1430 гривен или 3900 рублей. Девочки, это цепи производства Италия. Вот посмотрите, пожалуйста, есть клеймо и замочек карабин. Следующий вариант очень похожий, только здесь у нас шарики. То есть у нас вот одна ниточка из желтого
серебра, покрытая желтой позолотой с шариками. Так, это у нас лот номер 7, тоже 45-ка она. Вес 8,78, стоимость 1400 гривен или 3800 рублей. Замочки-карабинчики. И такой же вариант, только одноцветный, серебряный, покрытый родием, красивый вариант, нарядный. Лот номер 8, 45 тоже сантиметров, вес аналогичный, стоимость 1400 гривен или 3800 рублей. Вот прекрасный выбор, вообще чудесный подарок к Новому году. Кстати, мы готовим следующее видео, которое будет посвящено новогодним подаркам. Оно так и будет называться «Идеи для подарков на Новый год». Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели получить в качестве ювелирного подарка под елочку. А мы посмотрим, угадаем мы ваши вкусы или нет. Будем ждать ваших комментариев. Лот номер 9. Это классическая цепь плетения Нона. Очень интересная, потому что у нее есть лазерная насечка. И за счет этого цепь вот такая вот блестящая, да? У меня не очень хорошее освещение, но посмотрите, как она играет. Прекрасный вариант тоже, каждодневный. 50 сантиметров у нас есть длина. Возможно, есть еще другая длина. Надо будет смотреть на складе, пишите в личных сообщениях. Вес ее почти 8 грамм. Стоимость 1190 гривен или 3200 рублей. Следующая цепочка, это классическая якорная цепь. Унисекс, да, то есть ее любят и мальчики, и девочки, и деткам часто покупают это якорное плетение. Это якорное плетение вот такого квадратной формы, потому что оно бывает разное. Здесь замочек, кругленький барашечек. Лот номер 10, у нас длина 50, стоимость 1170 гривен или 3100. Следующий якоречек у нас вот такого формата, да, более вытянутый из звено. Замочек карабинчик, якорь здесь 45-ка, лот номер 11, вес его почти 7 грамм, стоимость 900 гривен или 2450 рублей. И якорек еще похожий на предыдущий, немножко крупнее звено, совсем чуть-чуть. Размер 50. Вес чуть больше 8 грамм, это лот номер 12, стоимость 980 гривен или 2650 рублей. Вот с якорями у нас все, переходим дальше к следующим вариантам. Вот такая тоже цепочка с шариками, это якорь с шариками. Я ее ношу в качестве колье, она мне очень нравится, как самостоятельное изделие, выглядит замечательно. Это лот номер 13. Длина ее 40 сантиметров, вес 2,53, стоимость 400 гривен или в рублях, или 1100 рублей. Вот такая нежненькая, красивая цепочка, ненавязчивая, хотя я думаю, что кулончик мы тоже можем на нее надеть. Эта цепочка называется плетение двойной бисмарк. Вот она более плоская. Тоже она с алмазной насечкой. Сейчас покажу ее игру. Вот немножко она так играет. Лот номер 14. 50 сантиметров длина. Вес 5,65. Стоимость 850 гривен или 2300 рублей. Следующая цепочка. Ой, она такая красивая, но она очень нежная. Посмотрите, пожалуйста, какая красивая змейка. Вот она очень широкая, прекрасно облегает шейку. И я бы ее тоже носила как самостоятельную. Просто красота. Это родированное серебро, напоминаю. Лот номер 15. Длина 45. Вес почти 5 грамм. Стоит она 850 гривен или 2300 рублей. Это тоже все фантазийное плетение. Следующий вариант вот такого характера. Черный родий в такой комбинации полосатый. Очень хорошо, кстати, смотрится с черненными кулончиками. И с белыми, конечно, тоже родированными
прекрасный вариант, универсальная цепочка. Это так называемый снейк, змейка, но очень плотная. Так, сейчас мы зацепились. Лот номер 16. Вес этой цепочки 5,32, длина 50. Ну, уточняйте, возможно, есть другая длина на складе. Стоимость 1160 рублей или 800 гривен. И ее родная сестричка, вот немножко в другом дизайне, тоже черный родий используется здесь. Замочки карабины. Лот номер 17, длина 45, вес 3,31, стоимость 550 гривен или 1500 рублей. Также на этой цепочке хорошо смотрятся кулоны, в том числе и черненые. Девчата, тоже одна из моих любимых цепочек. Вот такая мелкая-мелкая цепочка из шариков. Она как маленькие бусики серебряные, очень элегантная, ненавязчивая, но в том числе, но в том же месте она очень яркая. И лот у нее номер 18, длина 45, вес 3,23, стоимость ее 480 гривен или 1300 рублей. Вот одна из моих любимых. Одно из моих любимых плетений, шарики. Посмотрим мы еще вот такую венецианскую цепочку в черном роде. Она довольно плотная, довольно, ну, такая весомая, толстенькая. А, кстати, девочки, у нас в инстаграм-страничке новое нижнее подчеркивание Зирка. Сегодня уже будет проходить конкурс. Конкурс посвящен розыгрышу там определенного интересного подарочка. Поэтому присоединяйтесь, кто еще не присоединился. В инстаграм у нас много интересного. Лот номер 19, длина 50, вес 10,70, 4600 рублей, в гривнах 1700 гривен. Замечательная идея для подарка. Тоже очень красивая цепочка, очень яркая. Так, у нас вот такой жгутик. Жгутик тоже очень популярный. Он объемный, пустотелый. И благодаря этому весит он немного, а выглядит очень крупным. Такой вот жгутик. Лот номер 20. Длина этого жгутика 60. Вес 6,26. Ну, у нас вообще есть длинные цепочки. Если кому-то нужно 60, точно что-то найдем. Стоимость 1000 гривен или 2700 рублей. Такой замечательный жгутик. И завершу я вам сегодняшний обзор плетением снейк или донда, его называют. Это вот такие вот хорошие, качественные довольно снейки. Они очень мягкие, гибкие. Вот я вам их покажу, потому что они действительно разного качества есть. У нас очень хороший мягкий снейк. Покрытый он родием. Прекрасно выглядит. Есть два лота. Лот 22, длина 60 сантиметров. Вес почти 4 грамма. Стоимость 1650 рублей или 600 гривен. И лот 21, 50 сантиметров длина. Стоимость 930 гривен или 2500 рублей. Вот такая интересная тондочка. Друзья, спасибо большое за просмотр. Будем рады вашим вопросам, заказам, заявочкам. Ждем вас в гости на нашу выставку. Стенд так и будет называться «Новозирка».